я могу сказать, что мы сейчас ведем переговоры с двумя крупнейшими фондами и Европы, и Азии для того, чтобы они вошли партнерами уже в нашем. И когда мы это говорили с самого начала, и в этом году, и когда Алексей говорит, что, друзья, вполне вероятно, что краудинвестинг может закрыться в этом году, вот, друзья, вот поверьте просто на слово, это не пустые слова. И тогда ценность того пакета, который мы сейчас с вами все обладаем, он просто будет многократно увеличиваться. А когда, друзья, еще и пойдет ряд новостей, когда вы будете видеть, как развивается проект, в каких очередных регионах он двигается. Я просто сразу могу сказать, что в этом плане мне немножко легче, потому что я знаю языков. А вот то, что Виктор Бабурин, Арманд, Алексей, они через некоторое время будут спать и жить практически в самолете, это, друзья, точно, потому что это наша капитализация. Они будут создавать компании, они будут запускать проекты, и, соответственно, этот процесс, друзья, не за горами. И поверьте, вот пока на слово, что в 2016 году вы увидите столько интереснейших событий, о которых сегодня вы даже не можете догадаться. Просто поверьте на слово, что так будет. И сегодня я могу сказать, что исходя из той работы, глубочайшей, огромнейшей работы, которая проделана лично Юницким, Виктором Бабуриным, всей командой конструкторов, признание экспертным сообществом, друзья, это экспертное сообщество. Причем, когда они начинали, я был также в присутствии первых презентации, которые были. Это была очень агрессивная среда. Это среда, которая еще и включала в себя конкурентов, которые просто напрямую работали против технологии. И все это пройти, убедить и доказать, что это наиболее оптимальная сегодня транспортная технология, это, друзья, дорого стоит. Второй момент, который сегодня сразу же идет за этим. Сегодня при подготовке соглашения, при подготовке и работы уже с властями, когда мы показываем официальное заключение, это, конечно, совсем другой уровень. Поэтому, друзья, я могу сказать, что сейчас, что у нас идет активный рост прихода и новых членов, и увеличение притока инвестиций, да, друзья, это тоже закономерный процесс, потому что я по себе могу привести пример, что ряд очень серьезных бизнесменов, которые инвестируют не одну сотню тысяч долларов, вот, то есть я уже приводил здесь. Я из этого не делаю секрета, и в ближайшее время я попрошу еще выступить инвесторов, которые инвестировали 2 года назад по 100 тысяч фунтов. Представляете, при тех дисконтах, какие у них сегодня пакеты есть, чтобы сегодня они высказали свое отношение. Как они пришли 2 года назад, когда не было ничего с точки зрения доказательной базы, которую мы сегодня имеем, и тем не менее эти люди вошли на такие суммы. А сегодня уже другой аргумент. Сегодня, когда мы ведем переговоры и есть что показать, и четко уже строится структурированный бизнес на ближайшие полгода, год и 2 года уже капитализации, естественно, что уже возникает людей, естественно, что это по личным связям, естественно, что это моя форма доведения информации, как вы, наверное, уже заметили, я много что аргументированно четко показать. Так вот, сегодня несколько бизнесменов, ну, трое как минимум, они в ближайшее время еще будут в Минске, их тоже пока инвестируют, каждый там по 100, 200, 300 тысяч долларов. Это тоже, друзья, показатель. И третий момент, то, что сегодня, это не то, что мы добились результата, мы ведем переговоры с крупнейшими игроками, это говорит о том, что, друзья, мы наконец стали заметными, наконец заметили, стали приглядываться, и это, друзья, только начало. И здесь мы не перестанем это говорить, как 25 октября на конференции Юницкий, который поклонился залу, где сидели инвесторы. Также я говорю большое спасибо, передавая от Антона Эдуардовича. Он это не перестает говорить. Друзья, это только наша общая совместная работа. Это только краудинвестинг, это только народное финансирование. И только мы вместе с вами сегодня к этому подошли. И сегодня у нас есть что показать нашим партнерам, нам есть что показать потенциальным заказчикам, нам есть что показать людям, которые хотят участвовать в проекте. Поэтому, друзья, я могу сказать, что ту работу, которую мы сейчас ведем, то есть поощрение, всевозможные дисконты, которые сейчас идут, друзья, этому всему осталось не так много времени. Поэтому пользуйтесь сами и, самое главное, несите эту информацию. И не бойтесь то, что люди вас будут смотреть с недоверием. Через некоторое время, поверьте мне, потому что мне тут несколько человек за вот эти вот 2-3 дня
высказали очень большую благодарность за то, что они благодаря мне пришли в этот проект. И они говорят, мы даже не представляли, как мы без этого жили, и не представляли, как дальше будет развиваться. Да, друзья? Вот. Для меня такое событие произошло 15 лет назад. Кстати, 16 апреля будет ровно 15 лет, как я познакомился с Антоном Дальчем Юницким. Я почему эту дату хорошо запомнил? Потому что это было в день его рождения. Вот, соответственно, он пришел ко мне, было воскресенье, день рождения, сказал, что у него день рождения, мы продвигаем проект, поэтому мы с ним это было воскресенье, мы с ним накрыли стол прямо у меня в кабинете в министерстве, и таким образом мы хорошо познакомились, и я узнал о всех очень таких нюансах технологии SkyWay. Поэтому, друзья, и, соответственно, могу лично про себя сказать, что эта встреча, она изменила всю мою жизнь, и я могу сказать, что я очень этому благодарен и очень этому рад. Ну, а дальше, сейчас, я думаю, что все будет больше и больше людей подключаться и участвовать в этом проекте. И, соответственно, те результаты, которые будут приходить и которые будут сегодня нами вместе продемонстрированы, они, конечно, все больше и больше будут убеждать количество людей на этот проект смотреть как инновационный транспортный именно коммуникатор. И именно так сегодня SkyWay, именно так сегодня Transnet и принимается в экспертном сообществе. И это, конечно, важный момент. И ради таких моментов мы, в общем-то, и работаем. То есть не то, что нас кто-то признал и мы доказали, а это, друзья, та веха, та работа, которую мы ставим задачу, подходим, горизонт целей, мы движемся дальше. И в этом году, я думаю, еще увидим не одну сотню адресных проектов, которые будут уже запущены группой компании SkyWay.